Друзья, добрый день! С вами кузница Акела. Сегодня мы продолжим тестировать сталь H12MF. До этого в предыдущем видео был тест острия ножа на пробивную способность на примере 5-рублевой монеты. А сегодня мы проверим стойкость режущей кромки к ударным нагрузкам на примере 5-рублевой монеты. Для этого нам понадобится один из лучших ножей России «Финка НКВД». Лучший нож и лучший подарок. Также нам потребуются тиски, 5-рублевая монета и, конечно же, такой вот молоток киянка деревянный. Поэтому давайте посмотрим, как кованая сталь будет себя вести при прорубании 5-рублевой монеты. Ну, как вы видите, входит она. Что-то я даже не ожидал, насколько легко, как бы наковальню-то не разрубить. Так, ну вот здесь я, пожалуй, остановлюсь. Смотрите, что мы имеем. Режущая кромка вообще не пострадала. Фотографии тоже я приложу. Нет никаких заминок, даже нет никаких следов. Монета разрублена вот так вот, почти как жидкий терминатор разлетелась. Теперь давайте проверим традиционно на бумаге, как ведет себя сталь. Вот, режет так же, как, причем бумага влажная.